снимаешь, в результате транспортного происшествия разбитый полностью светофорный объект, не формирована стойка, секции две транспортные, поврежден кабель. Ну, постараемся восстановить в течение рабочей смены. Ну, 4-5 часам должны запустить светофорный объект. Представься еще, пожалуйста. Мастер дорожной службы, служба регулированного движения, Мамеев Александр Александрович. Как? Мамеев Александр Александрович. Хорошо, спасибо большое.